В Твери в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» стартовали съемки короткометражного фильма «Василек». В картине снимаются только тверские актеры. В главной роли ученик 39-й школы Сергей Прозоров. Подробнее о первом съемочном дне в нашем сюжете. По старой киношной традиции, в начале съемок, после удачно отснятой сцены, нужно разбить тарелку с написанными на ней именами участников съемочной группы. Если все получилось с первого раза, проект будет удачным. Главный герой фильма – мальчик Вася, у которого старший брат Иван погиб в ходе специальной военной операции. Пятиклассник решает отправиться в Москву и встать в ряды защитников Родины. Василек, получается, встревает в такие препятствия, ситуации, вот, пытаясь спасти как-нибудь духовно брата. Мы хотим рассказать детям о том, что неважно какого ты возраста, даже если ты маленький, хрупкий, но смелый Василек, то у тебя все получится. Чтобы они верили в светлое будущее нашей страны. В рамках проекта «Киноуроки в школах России» создаются художественные фильмы для детей и подростков. Сняты 52 короткометражные ленты. Съемки «Василька» будут проходить в Твери и Ржеве. А уже в сентябре картину смогут посмотреть школьники всей страны.